Я белый кролик. И я потерял здесь одну очень важную вещь. Кто-то приготовил морковный пирог. Захватывающая сказка про удивительную девочку знакома многим с детства. Участники лагеря «Профисмена» погружались в мир волшебной сказки «Алиса в стране чудес». Спектакль был наполнен смешными моментами и зажигательными танцами. Знают ли дети все о своих вожатых? Участники лагеря «Спортсмена» выясняли это на вечернем мероприятии «Интуиция» по мотивам телевизионной программы. Ну, во-первых, играет очень интересно, и было очень неожиданно, когда волонтерский отряд также пригласили играть. Наверное, это очень разнообразило эту игру. Данное мероприятие проходило и у лагеря «Артсмена». У кого-то из вожатых 17 братьев и сестер, кто-то приютил бездомного человека, а кто-то никогда не ел мороженое. Шоу «Интуиция» раскрыло множество секретов для сменовцев. У меня очень много впечатлений, тут очень весело, очень круто. Обязательно сюда еще раз приеду. Экранизировать любимый фильм, мультфильм или телевизионное шоу. Участники смены «Ван Кэмп» проявили свои таланты на вечернем мероприятии «Киновечер». Еще один день, в котором было много эмоций, новых знакомств и знаний, подошел к концу. По традиции, перед сном каждый отряд собирается в круг, чтобы спеть добрую песню. Забот не заметили мы, как был прожит еще один день.